Фига тут игр. Было меньше. Так, знамен у меня захвачено все, да? Коня мы. Это начало только, тем более это китайский хак, а не оригинал. Ты посмотри оригинальный Battle City, что там начинается после 20 уровня где-то. Ты первый уровень смотришь, конечно, блин. Или посмотри Танк 90, где с самого начала экшен начинается. Привет, Барас. И если ты согласен, то тоже посмотри, потому что я вот говорю, мне кажется, многие вообще не смотрели спидран танков дальше там первых 50 минут где-то. А он не просто так полчаса как бы длится, там не первые уровни, последние уровни, они не такие же, как вот эти первые, они не так же проходят, не просто стоишь и стреляешь. Вот именно, люди не смотрят, а все равно судят, как бы. Ладно, когда ты не смотришь и не судишь, или когда ты смотрел и судишь. Но когда ты не смотрел и судишь, то... Да, именно спидран, нет, казуально эта игра вообще не интересна. Она мне в детстве не особо-то и нравилась, до того, как я спидранить начал. Вот когда я спидранить начал, я понял, в чем суть этой игры, в чем она... Я бы никогда в ней столько времени не провел, если бы не просто спидранить, потому что просто в ней играть, она надоедает, ты там прошел, там, 10, 20, 30 уровней, нет никакой цели, нет ничего интересного, и... Однообразие это надоедает, а вот когда начинаешь спидранить... То... Ну блин, у нас как этот микролаг был, который, наверное, с полсекунды прибавил.
Да нет, спидранить можно все что угодно, но если и есть какие-то игры, я бы так сформулировал. Я просто не, точно не могу сказать, наверное, реально, потому что для каждой игры какой-то свой человек найдется, и у каждой игры, когда ты начинаешь ее ранить, ты начинаешь понимать то, что со стороны не видно. И если человек ее ранит, если ему интересно, наверное, в этом что-то есть. Но если и есть такие игры, которые не подходят для спидрана, не годятся, то это точно не танки. Да, я видел спидран пятерочки, скачивание карандашей и прочее. Блин, что-то вот эти микролаги, блин, раньше у нас не было такого. До этого, когда играли. Неприятно, так-то сильно не мешают вроде, но... И же и это, и... Время добавляю, а если еще и дальше... Да. О, вот сейчас я видел, как я пулю вообще отбил? Вы видели этот маневр? Типа я сделал вот так, и в последний кадр я поймал, если бы я... А тут надо, когда вот такой поворот сделаешь, и с задержкой, надо вовремя, блин, умирать, типа... Практически по имперфектный разворот, блин, он меня выстрелил. Любой другой бы тут сдох. Просто такая мелкая деталь, что если бы я ее вот так вот специально не отметил, то никто бы не заметил. Да даже учитывая то, что я ее отметил, многие все равно не видели, что там что было. Там была пуля, летящая в меня на расстоянии пары сантиметров. Блин, вот сейчас опять же, мне кажется, вот сейчас пока идут скучные уровни, которые реально проходятся практически автоскроллингом, плюс-минус несколько секунд на бомбах к убийству последнего танка, вот когда начнутся интересные уровни, люди, которым спидран танков не интересен, они к этому времени уже все уйдут. А потом опять придут и такие, вы закончили эту скукотень нафиг, это... Спидран танк автоскрольный. Блин, они тут сейчас мигающие не будут появляться, они сейчас могут мигающие в любой момент появиться тут. Понятно. Это интересная часть. Ну вот, еще где-то уровни 10, наверное. Я бы даже сказал 15, но... Но на самом деле, вот в этих танках, это танк... Это китайский, значит, China 2008, непонятный хак. Тут они намного... Это намного легче, чем оригинальный Battle City, поэтому тут... будет интересно, но не так. Не так, что прям сильно. Вот в
Battle City, мы сегодня играли, а там реально было. Особенно вот тот топовый трай, когда мы без смертей. Ну, кстати, без смертей шли или нет, или где-то мы вначале задыхали. По-моему, бачи без смертей практически шли до там 50 какого-то уровня, по-моему, дошли. Или до 50-го. Ну где-то плюс-минус до 50-го, короче, мы дошли. На самом деле, даже когда начнется интересно, я вот не знаю, будет ли это интересно тем, кто не спидранил реально, поймут ли они всю суть. Я вот считаю, что реально танки надо попробовать каждому. Когда я пойду на работу, у меня будут деньги, я буду платить за танки. И надеюсь, что больше человек попробует. Да, этим летом ждите от меня, короче, вакансии на танки. Если кто-то планировал ранить танки, можете... Ну, можете, в принципе, начать учить. Если хотите, можете раны не выкладывать, а... чтобы потом деньги на них получить. Но начать тренить уже сейчас можете. Хотя, кому не пофиг. Кто будет... это, в эту игру играть даже за деньги, того не стоит. Да, любой... Это, кстати, философия, когда высказал Дэмю, вот она реально в определенный момент, когда много ранишь танки... Что-то такое начинает, какие-то такие мысли начинают в голове появляться. Не, понятно, потом, когда ты перестаешь их ранить, и какое-то время тебя отпускает, ты отказываешься от своих слов, но конкретно в том моменте... И у меня тоже был в таком состоянии, как бы, да, ты, такое ощущение. И вот у него еще были цитаты про танки, он говорил, что... после танков, значит, любая игра в сравнении с ними — это казуал, любой другой спидран — это казуал. Участки. Да, ну вообще, я никогда не хотел, вот чтобы... Никогда не хотел стать заложником одной игры, типа... Старался всегда этого избегать, но, естественно, все равно какие-то игры брали на себя... как бы перевешивали другие, брали на себя основную такую роль. И в основном это вот были танки, Тенген. Даже вторые чипы я бы не назвал. Вторые чипы я как-то к ним всегда, вот, типа... Возвращался там, поранил неделю-две, сделал какой-то ран там в НВР и дропнул на год, поэтому это не то. Вот это танки и Тенген, наверное, основные такие игры, которые в них можно играть вечно, они как бы, когда в них играешь, как будто в каком-то особом состоянии сознания находишься. Искусство, ну да, кстати, спидран — это искусство, в принципе. Thank you.
Не, вот когда какая-то игра идет, как минимум желательно продолжать в нее играть, если прет, то каждый день хотя бы там пару часов желательно ей уделять, потому что иначе... У меня бывали случаи, когда я и по каким-то причинам бросал игру, которая у меня очень хорошо шла, а потом возвращался и понимал, что мне надо очень долго дерастить, чтобы вернуться к тому уровню, который был. Поэтому лучше не бросать, если есть возможность. Другие игры при этом можно параллельно тоже ранить. Если есть достаточно времени, можно ранить несколько, конечно, никто не запрещает. Да, вот, пока... Нет, ну как, ты вот недавно топовый ран сделал. Это как бы уже показатель, что прет. Кто знает, вдруг реально ты через какое-то время вернешься и поймешь, что ты уже... Ты уже не можешь свой ран такой повторить, а бывает такое. Нет, спидран — это искусство. Спидран, да, Тиемар это говорил, я помню. Впервые у Тиемара услышал. Я считаю, это... Ну, это просто то, что... Я лично всегда думал, что это все понимают. Все спидранеры понимают, что спидран — это искусство. Но обычно об этом просто не говорят, потому что это очевидная вещь. Да, вот у меня в томчике сейчас такая фигня, я вот прям жалею, надо было год назад прям еще, там буквально, я думаю, я бы несколько дней бы взял, там неделю поиграл, я бы сделал какой-нибудь 9.25 какой-нибудь бы сделал, меня бы это уже устраивало, можно было бы уже дропать на самом деле. Если бы я вот с таким временем потом вернулся и понял бы, что уже тяжело улучшать, это было бы не так обидно. Но сейчас вот обидно. Ну, то есть, я все-таки думаю, что я задерастусь, может быть, и со временем станет получше, но может и не станет. Это вот один такой пример. У меня были еще такие же случаи. По-моему, с DuckTales 2 у меня было что-то подобное, но в DuckTales я все-таки, по-моему, задерастил. Но на это ушло время. Привет, Броди Макс. Ну, Покчамп еще. Покчампы уже интересные пошли как-то. По 2 часов. Ну, у меня есть предположение, что надо стримить днем просто. Ночью и так слишком много стримеров. Ночью, наверное, стримеров слишком много, а зрителей, наоборот, не так много. И как-то вот на каждого меньше приходится, а днем наоборот. Зрители есть, а стримеров мало. Ну, вот сейчас день. Смотрим же.
Сейчас посмотрю, как дальше будет. Я говорю, что это одна из таких интересных моментов, которые я хочу зафиксировать, посмотреть, в какое время сколько человек меня смотрит. И... Правда, все равно это ничего не даст, потому что это не показательная будет значит, статистика, так как не учитываются факторы, кто других стримеров, не учитывается день недели, не учитывается. Многие вещи не учитываются. Надо было как минимум несколько таких вот 24-часовых стримов провести. Если будет закономерность определенная, тогда уже можно какие-то будут делать. Научный подход. Во. Теперь здесь у них. Да, прокачаться. Я сначала думал, типа, тут столько, типа, мигающих, будет легко прокачаться. На самом деле, прокачаться тут сложнее, чем, блин, в обычном Battle City, потому что... Нет, это кооп с нералом. Потому что, блин, каждый раз, когда стреляешь в мигающего, появляется новый пауэрап, и старый исчезает. Ты просто не успеваешь его взять. А... Блин, все, хана, конечно. Стоим, блин, стреляем. Подожди, никто из нас не сдох? Как вообще получилось так? Ну, мы дофига времени потеряли, конечно. Прям говно надо будет улучшать. Надо без смертей делать. Вот, кстати, кто ждал, когда будет интересно, вот примерно оно началось сейчас. Ну, на самом деле, чуть пораньше уже, но сейчас точно. Ну тут слишком легко, вот тут даже нет особо жирных, конечно, в Battle City эти уровни поинтереснее. Там прям жирных стоишь, перемешиваешь, блин. И тут разъезжаются, если гранаты не дадут, то ездишь за ними потом. На двоих вообще, блин, тут приходится на свою часть экрана смотреть, и на чужую еще следить, чтобы если что там помогает. Все мигающие, естественно. Жизнь взять не получится. Жизнь так дофига. О, за текслайд. Дофига, я еще давно тебя не видел. Да, слишком легко, я просто стою и машу. Попался поинтереснее. Вот в конце надо... Ну тут, я мог, наверное, пораньше среагировать, но решили все-таки аккуратно играть. Минус 8 или это смайлик такой? Есть там за ними сты. Чайник 2008 это хак. Хак, да. Такой хак. Бомба исчезла прям передо мной. Кто-нибудь полезет наверх? Да, я просто камикадзе. Сейчас бомбу и часики передам. Сейчас. Ну плохо, надо потом сделать еще ран с минусами нормально, как ты хотел. Тоже нереально что-то подобрать. Уже на консолях не лагает.
Не играл в консоли по сети, играется мы. Почти успел. Не рад, так рад, прокачаться успел. Блин, мне еще тиран потом вырезать из 24-часового стрима, блин, самый большой демон. Ирал, давай мы, короче, завтра все это улучшим, все вот раны, которые мы сегодня сделали, туда. Я вот эти не буду забывать, мне хмель вырезать. Так, ну все. Кстати, да, зачем я 70 уровень поставил, если мы играем один цикл? А, наверное, потому что... У меня, наверное, нет сплитов на 35, но можно было просто убрать... Топ-ран? Нет, со смертями ран дурацкий.